Че, не ждали? Честно скажите. Не ждали, честно? Сходите, покажу в хате что-то. О, Кирим. Здорово, брат. Вот Кирим. Кирим в городе. В городе, пацаны. Так, сейчас быстро переодену. Блять. У тебя что, носков нету, а? У тебя короткие носки есть? Да, пойдем. Есть? Пойдем, я тебя там заебал, блядь. Носков тоже нету. А лес так, рад чистый. Лес, а что у меня с хатой творится, пацаны? Я не знаю вообще, как стримить пока. Смотрите сюда. Да нормально, за день же уберут, нет, это все. Ну да, ну, блядь, все равно смотрите, что творится. Как все, и релку сегодня, нет? Видите, в хате что, пиздец какой. Сейчас покажу, вы охуеете, что с хатой, блядь. Здесь тоже, смотри, все поменял. Видите? Видите? Видите, что творится в хате, Рома? Видите, бля, вот стримерская, пацаны. Такая бесстримерская будет, короче. Ебать, ужас, нет? Пизда. Да все меняется, пацаны. Видно, двери не меня межкомнатные. Вот так уже здесь все. Бля, как с кайфом сидел здесь, брат. Вот здесь все сделали, пацаны. Ты на бой походи, ладно, будешь ли? Не надо вообще. Пиздец. На белом покрывали ян дворя. Поехали, брат. GoE36 нет, нас пацаны в ресторане ждут. Короче, мы им ифтар открываем. А он на его хуёбы побрызги. Чистый хуй. Вот это тоже все, смотри. Потаскали уже рамы. Макушка, макушка, все потаскали, блядь, смотри, сколько здесь вещей. Да просто такой рарий, я лайфку постримим, блядь, ёптить. Я же не стримила вчера. Поставь так же. Ночи, бля, Кирилл, поставь. 400, нет? Потому что ты, брат, популярный, да, Кирилл? Ну какая разница? Так большая, какая, я тебя выебу сейчас. Какая? Она сама закрывается, лес-то. Бля, знаете, вот на CLS, когда смотришь сбоку, смотри сейчас сюда. Бля, это такая страшная машина. О, долбай. Смотрите, вот так, когда смотришь, посмотри на ее морду, брат. Она акула, бля. У тебя как будто 5 жизней, знаешь? Ладно, согласен. Короче, сейчас, да. О, Махан опять что-то. Что делаешь? Работаем, братья, работаем. Сука, он ручку сломал, пес ебаный, ты заебал нахуй, сука, тебе дал локот, блин. Тебя выебал, как Махан контролировал, да, смотри. Вот так ставь, немножко вправо. Пахан заебывал их, понял? С Руфановым, с Георгием заебывал их. Вот это туда поставь, это направо поставь. Они стоят, ничего не могут сказать. Их Пахан заебывает. Говорит, это направо, это налево. Айгас. Айгас. Ходовой на оценку. Вот это золотой, золотой, золотой. Блядь, нам надо музыку как-то сообразить, брат. У меня, давай я включу. Блютуз подключи. Давай, блютуз. Умеешь рамы? Да. Хуйна. Бля, пацаны, нахуй вы сразу начинаете, блядь, оскорблять, нахуй. Я понимаю, что да, это Кирилл, блядь. То, что вам неприятно... Кирилл, мы. Похуй. То, что вам неприятно видеть стримы с Кириллом, блядь. Ну, потерпите, парни. Они не пишут. Они пишут, пишут. Вот все пишут. Иди нахуй, Кирилл, смотри. Заебете, Е36, почти. Чирим. Чирим. Блядь, Вита лучше в постели или Кирилл? Бля, Витолик, этот какой-то худенький. Мне, блядь, по яйцам больно было. Пусть когда сверху ты сел, неудобно было, пиздец. Блин, нахуй ты, еще стрим начал опять, блядь, окей, так общаться. Надо создать парыщи. Опять, а, бля, конечно, я тебя называл мой маленький сладкий мальчик, блядь. Mm-hmm. Он говорил, да, зай, блядь. Я ему хуй показывал вот так где-то. Долбоёб. Потом пошел и искупался раны. Блядь, что за татуировка? Слушайте, вот это А. Отец, буква первая, Ашраф. Поэтому это бриллиант. Да нет. А маме на букву написал? Нет. Хуй, блядь. Отец болел тогда. Ну, блядь, не хочу нас там. Что за звук? Это твоя машина так хуярит? Да. Что это? Не знаю. Стой. Я не знаю. Стой. Все, блядь, ебать, я Мерседес чиню нахуй только так, блядь. Какая прикольная. Не смотри нахуй, это чужая мать. Какая мать, блядь? Это сестра чья-то. Тихо. Создать пару сделай, долбоеб. Короче, сейчас поедем похаваем, а потом вечером дашь мне покататься на машине? Да. Ебать треки. Ебать, на каких он умах? Вот сейчас, если вы мне сейчас задонатите 10 тысяч, я Дино выключу. Че за? Дино выключу. Я никогда не выключал, я боюсь. Что за звук? Что
Тесли. Бля, как он мне поправил. Да, пиздец. Надо, у нас налички не грамму, да? Да. Нету ничего у вас такая, пацаны, где? Хотя я лучше машину буду. Ты хуй сосёшь лучше. Бля, как мне нравится эта машина. Бля, ебать, хорошая, нет целости. Бля, я не знаю, я не хочу ее продавать, брат. Она тебе поправляет, честно скажу. Вот да. Ездил бы на такой? Да. В Москве ездил бы? Скажи, бля, много жрет, брат. Типа из-за того, что много жрет, у меня заработка нет такого, чтобы ее обеспечить. А у меня есть, да? Я хуй знает, как ты катаешься на ней. По 500 рублей закидываешь. Вот если твой хуй придется нарисовать, то, блядь, не хватит, знаешь, сильно. Знаете почему? Потому что я его нахуй на кафеле нарисую вот на таком, на угольнике. Очень смешно. Даже? Ты вообще, бля, как тебе вообще Тбилиси, брат? Как мы сегодня похавали? Вкусно. Ну, этот, хинкали... Такое было, я же тебе сказал. Бля, хоть она и старая, ей сколько, 11 лет, но смотрите, как она меняется. Типа, возьмите Цеску такого же года. Она вообще, ну, вид не имеет. Без обвесов. Ну, кстати, да, я ее видел без обвесов. Она вообще, типа, ну, такая себе. Если еще фары затонировать. Хотя, может быть, это колхоз будет. Хотя, нет, не думаю, что это колхоз будет. Будет прикольно, типа. Надо приезжать в Россию. Да, прикиньте, меня оставят, уедем. Здорово, молодежь! Это кто, брат? Встань! Как ты, брат? Нормально, что у тебя, новую машину взял? Это давно уже, просто как? Визуал привел. Давай, газуй, брат! Приятная машина, да? Ну вот она такую хуйню вылезет, да? Ну, могу другой что-то включить. Нормально же, включи нашинское, блядь. Короче, блядь, я вообще, пацаны, смотрите, какая тема. Данный стрим был предназначен для того, чтобы показать вам, что в этом мире даже с хуями можно дружить, поняли? То есть я дружу с Киримом, это нормально. То есть, если он еще ремень оденет, блядь, из-за которого меня нахуй сейчас въебут, блядь. Обдал, блядь. Погоняем или нет? Бегат, палата. А у нас колеса мокрые, брат, сейчас разъебемся, там продолжимся. Олик, Вася, что, слепые вашу мему ебал, бля? Не надо, брат. А? Роман, это, Алик вчера как... С тобой что, Вась? Он хочет, походу, с нами погонять. Не справишься, брат, на своей трехлитровой. Что делает, блядь? Я моросил. Сейчас как, блядь, не дай бог. Смотри, смотри, бля, Вася, он чипа подрезал. Ну, конечно, это неправильно, в принципе, да. Такая езда, я осуждаю такую езду в городе. Я вот аккуратно еду с моим, блядь, хуй другом. Даже, брат? Мы как на встречку выезжаем? Блядь, блядь, ты что за Вась Рахуль, блядь? Да, я просто хотел сказать. Ты что, скажи, что мы сегодня употребляли, блядь? Надо? Нет, заткнись нахуй, включи музыку, блядь. Понял, сейчас. Смотри на свою дорогу, блядь, это пиздец. Я понял, понял, я не понял, не понял. Что надо, не блядь. Понял, брат, люди смотрят, блядь, кто о чем подумает. Это нормальная хуйня была. Да какое, долбоёб, блядь, мы что хавали, скинкали, блядь. Да, да. Я в ахуе. Ну что, песня, нормально. Блядь, это что за баракатный дурак, блядь? Такие вещи говорим, блядь. А, отключился, блядь? Блядь, Bluetooth тоже не умеет включать, блядь. Это долбоёб. Ай, блядь, испугался. Как он испугался. Пошёл. Вот так в клубе надо танцевать. Пошёл, Кирилл. Давай, Гандон. Давай, хуйки. Хуйки делай. We'll be right back.
охуительно было. Ужасно. Ты не умеешь танцевать. Мне очень стыдно за тебя. Я думал, это проверка была. Ты сейчас скажешь, братан, как обо мне люди подумают. А ты взял как шлюху. Бля, мне похуй, как обо мне подумают. Что подумают? Да я станцевал. Взял, поверь, шлюхи стоят. Какие шлюхи? Я тебе покажу, как будем возвращаться. Понял, ты не говорил мне, что здесь шлюхи стоят. Я первый день здесь. Я должен был задуматься об этом. Возле азербайджанской заправки, блядь. Ну, тем более, они знают, что здесь богатые типа ходят. А, ебать, смотри, какая большая. Короче. Ну, я хочу тебе... Его зарежут. Не, здесь такого нет. Бля, хороший трек. Хороший трек. Хуйня трек, долбоёб. Чё, хуйня, надо пристегнуть. Ты чё, не пристегнутый, сука? Мы законы не нарушаем, блядь. Когда хотим, ну погоди, смотрим, блядь. Мы сегодня сколько законов нарушили, ёбану. Ну, это GTA, да. Ты ждала? Ты пришел, чтобы меня посадили, блядь? Нет, нет, говори. Смотри, кура как поднялся. Как он ебашит, смотри. Да, хорошо. Это BMX-ер. Поправила, да, тебе это? Нет. Никогда не было. Все катались, мне не Какие нравится. Слова ты грузинский выучил? Гамарджоба. Правильно. Орти. Эрти, правильно. Эрти. Не. Деда Модха, блядь. О. Шеми Деда Модха. О, это просто говоришь, фразируешь. Еще? Мехалевар. Нет. Что? Мехалевар? Да, типа ты хуй. Типа не ты хуй, а ты говоришь кого ты хуй. Переводится ты хуй? Ты хуй, да. Хуйна. Один-один. Ты что, подъебал меня? Да. Хуйна 2-1, обоеду. Хуйна, базара нет. Быстро вернул. Так. Потом говоришь мемутеливар. Мемутеливар? Правильно. Это как? Типа ты пизда. Мемутеливар? Да. Это типа у меня пизда есть? Нет, ты пизда типа. Вар не переводится? О, ебать, вот такой гейлочный. Посмотри, в Россию забирают, пацаны. О, X7, да это новый? Пацаны, это X7 или X5 новый? Это X5, наверное. Это X5 или X7? X5, у X7 не такая, решетка. X7? А пишут X7, правильно? X7, блядь, дебил, ебаный. Ну, мне показался X5. Да, догони, ебать, брат. Их в Россию везут. Догони. Их в салон. Спасибо, спасибо. Мне на друзей сами задонатили, пацаны. Ой, блядь, что не въебался, по теннису. Кстати, сейчас Алик там. Я посмотрю, кто там вообще есть, пацаны. А почему Гио не поехал? Гио почему не поехал? Не знаю, он сказал, типа, там все пацаны, типа, ну... До Ифтар? Да, он говорит, не хочу на Ифтар, типа, я. Типа, да ладно, не читайте. А, напишите опять, пацаны, не обессудьте, пропустил. Блядь, что ты делаешь, сука, идиот ебаный, блядь. Делай его. Долбоёб, ебаный. Сейчас вас разослышу. Ой. Исследование, правильно? Бля, Тамик, кстати, Тамик уже забрал и права, и машину. Да, утром причем. На самом деле, по закону он был прав, прикиньте. И ему вернули и права, и машину. Охуеть. А что, вчера нельзя было на месте, типа, допиздяться? Не, на месте не пиздят. Прикинь, брат. Хорош. А у Ирины права есть, конечно. Тут без прав нельзя, пацаны, здесь невозможно без прав. Молодец, улица. Вот тоже ты мне нравишься. Мы не нарушаем закон. Правильно. Как стрим запускаем. Пошел. Смысл того, что я машину помыл. Смотри, у нас ужасные, блядь, эти мойки. Смотри, она такая же грязная, брат. Ты просто ее не вытер, брат. Да нет, да, брат, ну посмотри, она должна была вот это убрать. Посмотри, это грязь ебаная. Но более-менее, да, чистая стала, базар нет. Сейчас Алик потянется. Пацак... Она отъебись, сделала все, брат. Вытирать надо, да похуй. Ренат, не обижай Кириму, бля, я его не обижаю, да вы заебали, бля. Мне вчера тоже пишет.
Ты типа обижаешься на пацанов? Я думаю, бля, ебать, гонишься, что ли? Нифига сюда приезжают. Да, я увидел. Да я как припарковал обратно машину, как долбоеб. Посмотрите, как я припарковался. Что это за парковка, блядь? Ведь у меня сейчас какой-то взорванный тип, это же некрасиво. Нормально. Мы тут с шоком были. О, правильно, он мне здесь РКС подарил.